Изображение, сделанное марсоходом НАСА Марс, породило теории о пришельцах на Красной планете. Среди скалистого ландшафта находится объект цилиндрической формы, который, кажется, отбрасывает тень на Землю. На Марсе уже без малого два года работают в паре американский марсоход Perseverance и квадрокоптер Ingenuity. Марсоход собирает образцы грунта, а коптер весом всего 1,8 килограмма неожиданно оказался настолько выносливым что совершил больше 60 полетов, хотя инженеры рассчитывали, осилит лишь 5. Ингенуэти передал на Землю снимки, которые заставили ученых прослезиться. Кого от гордости, кого от сожаления. На кадрах запечатлена часть разбитого космического корабля. Естественно, инопланетного, марсианские корабли существуют лишь в фантастических романах. На фото подобие летающей тарелки с обломанными краями и букетом из проводов. Корабль прилетел с известной нам всем планеты Земли. Это обломки аппарата, доставившего на Марс Персеверенс и Ингенути. Избежать его разрушения оказалось невозможно. Но как собираются организовать доставку собранных образцов на Землю? Сперва планировали, в 2026 году на Марс с этой целью запустят целую группу аппаратов. Начиная с посадочного модуля, который опустит на поверхность Красной планеты еще один мини-корабль и марсоход, Марсоход заберет пробирки с образцами грунта, кораблик донесет их до орбиты, ну а дальше аппарат ЭРО отправится к Земле. Эту программу несколько раз меняли, решили для подстраховки использовать два посадочных модуля, а сроки затянулись. И цена проекта выросла в 8 раз до 822 миллионов долларов. Американцам ради этого пришлось ужать другие космические проекты. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.